как в реанимации, доставали стаканы из заднего прохода 64-летнего мужчины, рассказ медсестры. Сегодня у нас в реанимации, где работа медсестрой, выдалась просто адская смена. Из района привезли мужчину 63-го года со стаканом в прямой кишке. Мужчина сбивчиво объяснил, что сначала он засунул внутрь себя пузырек в презервативе, а потом уже стакан дном вперед. Стакан каким-то образом перевернулся и пошел туда уже не дном, а потом пузырек провалился в стакан, и вся эта конструкция ушла так глубоко в кишку, что достать мужчина ее сам не смог. И с ней он проходил целых 2 дня в надежде, что она выйдет сама. А сегодня его привезли на скорой к нам. 4 врача 1.5 часа возились, пытаясь по очереди руками и разными медицинскими приспособлениями вытащить стаканы. Стоял вопрос о сохранении прямой кишки. Хотели даже пригласить акушера с щипцами. Задача усложнялась тем, что при вытаскивании стакан мог лопнуть внутри кишки, и осколки бы все там порезали. Механическим способом изъять предметы из зада мужчины так и не получилось. Решили разрезать промежность и слегка надрезать кишку. Стаканы достали, все зашили, теперь ждем, как пойдет процесс выздоровления. Лично у меня в практике такое впервые. Некоторые медсестры говорят, что сталкивались с подобными случаями, но не до такой степени сложными. Будь моя воля, я бы сегодня наших врачей орденами за работу наградила.